Выставочно-лекционный комплекс компании «Российские железные дороги», который путешествует по всей стране. Это состав из 9 вагонов. В них представлены экспонаты, демонстрирующие инновационные достижения, использующиеся в промышленности, космической отрасли и на транспорте. Здесь есть даже масштабные макеты боевого железнодорожного ракетного комплекса и космодрома Байконур. Для большей наглядности используются 3D-визуализация, панорамы, аудио и видеоматериалы. Есть лекционные вагоны, интерактивная модель звездного неба, а также тренажерный комплекс, где все желающие смогут почувствовать себя летчиком или машинистом. Тренажер машинистом на базе электровоза П1М, на котором проходит обучение как действующие машинисты, то есть устанавливаются они в локомотивных депо, так и обучают будущих машинистов, то есть в учебных центрах. Очень много молодежи заинтересовано, приходит, нравится, ну и может быть в дальнейшем это будет какой-то толчок пойти работать на железную дорогу. Кроме того, в поезде есть экспозиции, рассказывающие об инновациях компании «Росатом» и «Роснано». Они расположены в отдельных вагонах. Компания «Росатом» демонстрирует достижения в области мирных ядерных технологий, а экспозиция «Роснано» посвящена современным разработкам, которые уже используются в отечественной промышленности. В нашем городе эта передвижная выставка пробудет до пятницы, затем поезд отправится дальше по стране. На этом наш выпуск завершен. Комментарии к сюжетам оставляйте на сайте afontova.ru. Ну, а я с вами прощаюсь. Помните, все лучшее впереди.